Всем привет, с вами Фрост, и сегодня мы с вами наконец-то поиграем в Сталкер. Я давно ждал этого момента, когда я вам скажу эти слова. Наконец-то мы с вами поиграем в Сталкер. Я реально давно хотел в него поиграть. Я не играл ни в одну версию Сталкера, но я надеялся и ждал, что выйдет новая, а она все не выходила. Поэтому сегодня мы с вами поиграем в Сталкер Зов Припяти. Жух, как это новое. Хоть и не новое, но Сталкер заебись. В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Сталкерство приобретает все больше размах, но исследованы только окраины зоны. А, бля, маслину поймал! Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Маслину поймаешь или хочешь? Что, маслины что ли давно не ел? Ёб твою мать! Бля, кажется, я это зря, он мне... Покойник, понял? Сорян. Что отсюда? Подожди, я зря их покончил, подожди. Я надеюсь, вы понимаете, что я не буду сейчас серьезно в нее играть. Я зашел сюда ловить маслины и угорать. А, я пришел сюда с двухнедельным запасом еды. Мне дали на две недели. Короче, дали одну палку колбасы, одну палку батона и две консервы. В зону направлен майор Дегтярев. С двухнедельным запасом провизии. Ты не против? Уроем нахрен! Видимо, он не против. Братан, ты не против? Видимо, ты не против. Ну, привет! Здорово. Бухать будешь? Ты будешь отдопивать? Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. А мне? А, ну давай. Иди бугру по ушам катайся, а мои не казённые. Чё? Ты чё, ты мать? Ты что, бугор? А, так это и ты есть. Запоминай, я султан, я потом мать. Всё, что здесь происходит, либо я либо контролирую, либо скоро буду контролировать. Хочешь хорошо жить, работай на меня. Не хочешь, будешь жить плохо. Вот так вот. Вот так вот. Ты слишком лысый. Я, знаешь, лысым не особо как-то доверяю. Еще усы у тебя еще меньше доверия вызывают. Че? Так, пойдем маслины раздавать, блин. Вот Дегтярев, блин. Его послали для выяснения обстоятельств. Группой там с вертолетами, группа захват какая-то была. Так, это фонарик. Ночного видения нет, ночного видения? Нифига нет ночного видения. Мы с фонариком. Он уже с бандитами здесь водку бухает и колбасу делит. И уже пошел на задание каким-то бандюганам помогать. Это... Хотя они меня послали с палкой колбасы на две недели, уроды. Все, я остаюсь здесь. Давай, что, базарить будем? Ты, Костян. Поехали. Все мы их. Тихо, пацаны. Тихо. На озвучка топовая. Мы же это, мы ж бригада, ёб. Бригада, ёб, да. Пацаны, я вас по фонарикам не палю, нормально? Я так ничего не вижу же. Ну, давай, для атмосферности, ну я бы сомневаюсь, просто ничего не вижу. Просто ноль. Понесла, давай! Помоги! Помогаю! Завалили! Шороху наводим! Кто еще где есть? Пацанчик какого-то завалили. Так, что у него тут? Пистолеты под колбаса. Колбаса как забрать? Забрать. Все забрать нахер, это мое. Ты че, ты мать? Ты на моих что ли? Ты на моих бандюганов что ли? Ты че? Я тебе сейчас маслин пропишу. На, жри, ублюдка! Жри, свинец, тварь. Кончаем. Пацаны, вы маслины отловить будете? Так, это что? Я пока не знаю, что мне нужно, но... Что-то было, ёпта. Помню, я в жопу свинец поймал. Стука, ты что тут делаешь, барон? Мразь. Подожди, пацаны, тут колбаса у всех есть. Ты посмотри, мне столько на две недели не дали, сколько у них с собой есть. Да жируем вообще, пацаны. Маслину поймал? Фига себе, маслину поймал.
Чики-брики, чики-брики! Пацаны, сорян, но вы просто сами слились, я тут ни при чем. У водяра было нормально отработал. Чики-брики, чики-брики! Опа! Все дела! Чики-брики! Отдать швартовый прямо руля! Братан, я ждал тебя! Братан, ты просто. Подожди, ты просто символ, братан, маслины! Как. Ёб твою мать, да подожди, стой! Лови! Все, замочили! На, ты в натуре шикарно! Что такое? А ты чё встал? Бля, колбасу не отобрали, он ожил. Прикинь, а? Ну чё, ждём ещё ложков? Раз, два, все дела, братан, сейчас подождём. Ну чё тупим? Всё, погудели. Мы всех положили уже, братаны. Лаванда, ванная лаванда. Братан, да тебе в караоке надо. Подожди. Во, покажи, мы должны знать лицо своих героев. Ай, молодец, красавчик, слеща. Слушай, братан, я только из-за тебя пришел сюда играть, понимаешь? Ты понимаешь? Из-за тебя и таких, как ты, которые ловят маслины. Как ты относишься к маслинам? А, спать? Ну, давай поспим часиков 5. Нехер сидеть на моей кровати, ёпта. Да ты с тех пор тут сидишь, ты охерел, что ли, ёпты мать. Есть водка, будешь? Эй, какого хера ты? Ну? Чтоб руки не дрожали. А мне, ёб твою мать! Сука, ты прикинь, я ему водку отдал свою. Он ее в одно горло выжихал. Ёб твою мать. Ух, нормалек, руки вроде не дрожат. А вот голова добавки требует. Ну, как говорится, между первой и второй рывчик не болит. Братан, между стопкой, а не бутылкой, ёб твою мать! Ну, держи второй, слушай, я посмотрю на тебя. Держи бутылку. Все равно ее успел. Это... чтоб работа спорилась. Давай. Будем, братан. Братан, будем. Будем. Ну, за общее дело. Давай. О, парниша. Красава, красава. Раз, два, все дела, обосрался. Раз, два, три. А вы что по мне стреляете, пидорасы? А, они не по мне стреляют, тут пронесло. Чё, братан, ты маслину не поймал? Маслину не поймал. Ты свой? А битва полная, давай, мочи. Дай тебе, вот из этого лучше стрелять. Братан, ты чё, раком встал? Братан, из этого лучше стреляется. Братан, раком зачем встал? Из этого лучше стреляется, говорят друзья в Майнкрафте. Точно? Что такое? Кого стреляем? Пацаны, вы так пафосно идете, что я в шоке просто. Выноси бычье! Выноси бычье! Бля, как он пафосно это стоит, ёб твою мать, нихера! Ну я... Да хуй... Да... Да вы охерели, он стрелил меня в лицо из дробовика! Вы чё охерели, братаны? Вы чё? Это был твой друган. Вы по жизни! Этот друган мне в лицо свинцом стрельнул! Маслину поймал! Ты видел, он мне в маслину в лицо! Ты, блядь! Рано волыночек, пацаны! Бля, понял, я просто чуть не сдох. Рано волыночек, пацаны! На тебе маслину, лови! Что, обосрались? По кому стреляем-то, ёпта вашу мать? Я же не вижу нихера, кто там? По кому? Бандит, а? Поймал маслину. Куда? Покажи мне. Что такое? Камни. Кондёхам веселее! Я думал, ты сдох. Эй, вручай, мужик. А, бля, больно. Ну, типа, я слушаю. Ты чё, охренел? Я тебе аптечку хотел дать. С чего это я охренел, урод неблагодарный? Смотрю, человек поплохело. Кто-нибудь. А, это ты? Ну,
Братан, вот ты как так бы... и загнешься. Не за хвост собачий. Ну, слушай, ты как бы меня убить пытался. Я даже не знаю, давайте... Эй, ща я тебя вылечу. Ща, да подожди, я сам его вылечу. Сейчас флера помянем. Бля, ребят, можно я с вами останусь? Я прям ждал ваших фразочек коронах. Я прям, я не знаю, я ходил один, мне скучно стало. Пацаны. Рано волынчик пить. Шухер уехал. Куда уехал? Где? А, подожди, сука, не лутай, это ж мой братан. Я ж его сам гранаты положил. Сука, руки убери. Сука, облутал, ты прикинь, а? В ноль обчистил. Ты чё, мазу что ли не сечёшь? Ты посмотри, ой, ёб твою мать. Рано волыну чехлить, пацаны. Рано волыну чехлить. Да сука, не меня жри, вон тут мясо сколько бегает, я патроны жалко. Братан, ты ма... Ас! Ты прикинь, я сейчас только скончаюсь нахер. Они пожрали всех моих с маслинами. Суки, я вам этого не прощу. Снежок, ты не нервничай, я сейчас разберусь. Они всех моих братанов пожрали. Чики-брики, кто будет мне петь? Кто мне споет чики-брики? Шовки. Снежок, нет, чё, это не твои братаны, это не твой бро. Это мутантские собаки бешеные. Нехрещенные к тому же еще. Тихо, ты не переживай, не переживай. Корешей моих порешили просто, ты зато колбасу у него отработал. А недавно я хотел купить у него колбасы, но не срослось как-то. Раз, два, все дела, и поехали! Ёб ты мать! Чики-брики, 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 чики-брики. И тупые шавки с забора не могут залезть. А, сука! Чё за хуйня? Чики-пики, чики-пики, чики-пики. Опа, чики-брики, чики-пики, чики-брики. Отвали, я братанов своих не облутал до конца еще. Вот я видел кого-то, с кого забыл облутать, а ты меня сбила. Аааа, у вас что так как много, ты ёб ты мать! Угля! Бля, а ты посмотри, сколько их там! Чё, больные что ли? Братухи, я вам, короче, маслин приготовил. Да ладно! Давайте, идите сюда. Нихера себе. Да ну вас нахер, ребят. Я не знаю, кто вы такие, на кой вы херу чего здесь делаете. Я текаю. Текаю с городу. Блин, там выход. О, нихера себе! Наших бьют, чики-брики, ёб ту мать! Пацаны! Крепитесь, ёб, маслины без меня не ловите. Там фраер какой-то стоит, или это ваш? Это ваш, окажись. Доставай водяру, помянем жмуров свеженький. Давай, достаем. Где жмуры? Я облутать хочу. Тварь, не трогай, не смей лутать без меня, ёб твою мать. Ну типа где? Привет. Здорово. По дороге. Я с вами, пацаны, пацаны, я с вами пойду. Чихаем с городу, пацаны! Пацаны, собаки приехали, пацаны! Быстрее стреляй, собака, смотри! Собака бешеная! Ёб твою мать, вот это ты обосрался! Ой, бля, пацаны, маслину кинул случайно! Ты чё по мне стреляешь, ты йод? Бразы, ты чё? Дырить Вова! Кажется. Ну, доставай водяру. Достали водяру. Я случайно взорвал гранаты свою. Ну, чё такое? Ну, я же не специально.
Ну я ж случайно, ну ёб твою мать. Я только нашел себе друзей, и они сразу умерли. Водка производится, да, хорошо пьется, заметно снижает воздействие радиации на организм, хотя злоупотребление ею не следует. Хорошо пьется, надо тогда брать. 14 бутылок надо брать. Хорошо пошла. Ой, хорошо пошла. Ой, блядь, закринило как. Ой, бля, закринило. Ой, акустики какие. Я сейчас обоссусь, мне кажется. 14 бутылок, ой, я с голоду. Блядь, закусывать забыл, на колбасой, блядь, закусил. Ой, что-то хорошо пошло. Оу, май. Ой, хорошечно. Зато мы от радиации излечились как. Ой, как раз радиационная зона. А я под дозой. Ой, хорошо. Лаванда. Гордая лаванда. Хорошечно, как говорится, ёпта. Лаванда. Горная лаванда, пацаны, ребята, сорян, бля, маслина, бля, маслину поймал, маслину, держи, держи, братан. Ой, подожди, бля, да мне пуху, бля, под бодочкой. Че-то игра закончилась, кажется. Чувствуешь ее запах? Ууу, щи. Пёс в ахуе, я не... У нас здесь очень важное дело нарисовалось. В общем, не будем рисовать всех деталей у нас. Ну, короче, вы сами понимаете. В общем, мы с вами вынуждены прерываться, но я надеюсь, мы с вами еще вернемся в Сталкера. А ты пиши в комментариях, хочешь ли ты стрим по Сталкеру или больше роликов по Сталкеру. И пиши мне что-нибудь интересное, куда здесь ходить, что здесь интересного, самого, прям самого трэшового интересного можно куда сгонять за самым трэшем, лютым угаром. Ну, а ты обязательно подписывайся на мой канал, если еще не подписан. Обязательно ставь лайковского, да побольше. Зови братюнь, подписывайся на мой инстаграм. Всем удачи всем. Пока. Fuck that advice to the enemy. Yo, do you believe in destiny?